В поселке Скала-Подольская Тернопольской области состоялся первый всесоюзный слет спелеотуристов. Программа слета включала соревнования, в которых учитывались качество топографической съемки и время выполнения этой операции. Место состязаний было выбрано не случайно. В Тернопольской области найдены и исследуются 90 пещер общей протяженностью около 300 километров. Лучший суммарный результат показали спелеологи из города Черновцы.